Всем привет, меня зовут Уварова Вера, и сегодня я вам расскажу, как вставлять интересные символы в ваш блог, в вашу статью вашего блога, да? Смотрите, написала новую статью сегодня, вот у меня здесь есть звездочки, такие симпатичные звездочки, которые мы можем вставить в свой блог. Мы можем вставить не только звездочки, снежинки и так далее. Где же мы их берем? У меня на блоге статейка есть, да, специальный символ HTML. И как раз таки мы их и будем брать. Есть вот HTML-код и десятичный код. Неважно, какой код вы берете, я и этот брала, и вот этот вот. А на блоге они отражаются одинаково. Опускаемся вниз. Сейчас покажу. Вот как раз таки звездочки, которые я использовала. Вот она, эта звездочка. Вот, давайте возьмем снеговичка, например. Берем, копируем наш код. Копировать. Давайте сделаем новое сообщение какое-нибудь. Да? Например, напишем с новым годом. Переходим на наш код HTML. Вставляем сюда символ. И вот, смотрите, снеговичок уже здесь появился. И при публикации опубликуем, специально покажу вам, посмотреть, как это будет выглядеть в нашем блоге. Вот он, наш снеговичок. Давайте нажмем изменить. Так, у меня тут сообщения попали. Так, изменить. Сделаем побольше сейчас, чтобы было видно получше. Да, можно выделить побольше, можно жирным шрифтом сделать, любым цветом, каким мы захотим. Обновить и посмотреть. Вот. И вот так, таким образом можно вставить любые символы, которые мы хотим. Символов очень много. Выбирайте те, которые вам нужны, которые вам подходят для вашей статьи. И украшайте таким образом свой блог. С вами была Уварова Вера. Пока-пока. До новых встреч!